Давайте посмотрим, как проверить или узнать количество окон разных типов в модели. Создаем правила фильтрации, указываем наименование, так как мы хотим узнать информацию по окнам, давайте так и назовем «Ведомость окон». В описании я укажу, что мы будем группировать окна по марке. Группу фильтров выбираю «Проверки модели». Нам необходимо указать класс элемента. Окна у нас относятся к IC Window. И указываем действие «Добавить». Добавляем правила группировки. Группировать мы будем по свойству tag. Оно находится в наборе «Основные». Tag. Tag – это марка. И я поставлю галочку «Применить автоматический цвет», чтобы окна разных марок были выделены разным цветом. Создаем. У меня появилось правило «Ведомость окон». Применяю его. И мы видим количество окон разных типов в модели. При этом я также вижу, что некоторые окна не имеют марки, что является ошибкой, и мне нужно будет сообщить об этом проектировщику.